Нашла. Снимаются маски, голограммы, фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Максим выходит из биоробота. Если в биороботе присутствует или вокруг него чужеродное, негативное, патогенное, низковибрационное, оно проявляется и становится видимым. Растяжки, голограммы, копии, подключки. Как копия вышла? Подожди секунду, давай посмотрим его. Стоп. Биоробота. Возьми ручной сканер Плеяд, просканируй Максима. Как одеялом накрыто. Оно находится над ним, в нем. На нем. Но на чем? На биороботе? На биороботе. Снимаем это одеяло, берем его в сетку. Больше ничего нет? Нет. И вместе с Максимом и этим одеялом поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Оно колючее, оно его раздражало. Хорошо. Мы на месте. Хорошо, отправляем одеяло в клетку-тюрьму. Мы приветствуем Максима, интересуемся, готов ли он к проверке. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Он готов, и он показывает на нем, как спицы с разных сторон, и он руками разводит. Спицы? Да. Сканер? В ногах и в сердечной чакре, груди, вверх, грудь. Хорошо, сканер, вытащи все эти спицы из его биополя. Все выходит, зависает перед ним. Готово. Даю команду. На счет три сканер сканирует пространство над головой Максима под ногами. 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Максима. Находит все. Уберите спицы в клетку. Отправляя спицы в клетку-тюрьму. Чисто. Хорошо, выстраивает спиц и одеяло, каналы ко всем ответственным. 1, 2, 3. И притягивай всех ответственных за эти артефакты в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме. С одеялом красный дракон стоит. Хорошо. Он поделился одеялом. А к спицам? К спицам демон, и у него плетка. Какой демон? 14, он курит. Ну что ты здесь куришь, демон? Тебе кто-то разрешал здесь курить? Он показывает, он бьет этой плеткой. Ты где подцепился? Где произошла подключка? Как долго ты находишься в этом биополе? Он говорит, что я его давно приметил. И? Это не ответ для меня. Я 3 раза спрашиваю. Вторая попытка. Куда ты торопишься? Расскажу потихоньку. Значит, демон у него. Значит, он показывает. Дракон накинул это одеяло. Дракон уже не в его сидит. Поэтому он говорит, поделился. Он накинул на него одеяло. От одеяла идет раздражение сильное. Понятно. Дракон он пришел. Раздражается полностью весь, головы до ног. Да. С этим раздражением подключился демон. Это все во сне. Сколько дней? 4 дня оба. 4 дня. Понятно. Кто-нибудь воздействовал на сердечную чакру из вас? Спицы воздействовали. Плетка. Спицы воздействовали. Плетка. А ты откуда перешел, демон? Ты тоже в жене сидишь? Нет, там своих хватает. Понятно. Значит, только красный дракон находится. Какой у нас красный дракон? 50-12. Красный дракон. Немножко удивляет твое присутствие в этом биополе, человека, которого мы недавно чистили. Я не люблю, когда получаются такие ситуации, когда после чистки заходят новые сущности. Ты, наверное, решил со мной помериться силами, да? Если ты так желал со мной встретиться, я тебе могу это удовольствие доставить. Нет, он хочет гармонию, как и раньше было. А что гармония в твоем понимании? Под моим контролем. Оба под одним одеялом. Серьезно? А тут такая оказия, у меня есть печать дракона, а я сейчас ее достану и включу тебя на полную мощность, потому что у меня такое желание есть, чтобы все были обслужены, включительно тебя. Доставать мне печать дракона? Не торопись. У тебя нет никакого логического объяснения твоему присутствию здесь. Но от него идет под одним одеялом. Проверим тебя через межгалактическую полицию. Возможно, ты сегодня уйдешь туда, дракон. Итак, начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Максима спроецировать все энергетические и сферические каналы, получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Кому идет больше? Боль идет к демону. А дракона здесь идет настойчивая информация, что у него контракт с Татьяной. Контракт с Татьяной, хорошо. Поэтому он говорит, не спеши. Ну, мы по-любому на контракты проверяем. Ну, хорошо, что ты сказал. Мы сегодня будем после Максима Татьяну сюда поднимать. Ты никуда уже не уйдешь, ты будешь стоять здесь, пока мы не закончим свою работу. Энергии она мне должна. Контракт. Много. Контракт когда был заключен? В этой жизни или прошлой? За прошлой. Позапрошлой даже. Ну, хорошо, будем разбираться. Ты же знаешь, что у души есть право
распоряжаться своими собственными энергиями и аннулировать любые контракты своей силой намерения. Это закон. Сегодня он будет приведен в исполнение. Реверс закончился, Вера? Да. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Максим забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Но у него сила возвращается. Спокойствие и разум. Откуда она идет? Из одеяла или спиц? Из одеяла идет разум. И спокойствие, и спиц возвращается сила, которая сильнее боли. Хорошо. Ждем окончания. Готово. Демон, на твоей чистоте что-то осталось в биополе Максима? Нет. У красного дракона платы. Где ты? Или у тебя есть платы в биополе? Или только одеяло Нет. было? Нет. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию Максима с красным драконом, демоном, одеялом и спицами. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Я вот не пойму, демон, как ты рядом ходил с ним или что? Что ты, значит, заприметил его? У тебя какой-то интерес к нему был до этого? Был. Ну и как ты в квартиру? Но космические мешали. Да ты воспользовался моментом, что я их всех вывел и решил занять теплое чистое место? Где произошла подключка, расскажи мне. В квартире это никак не могло быть. Нам во сне он уже сказал. Так что рассинхронизация, Вера? Он не отпускает. Кто? Максим. Максим, почему вы не отпускаете? Не знает, как рассинхронизовываться. Я подхожу к Максиму и помогаю моей энергии произвести его рассинхронизацию. Значит, 3, 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Под спицами и одеялом открываю воронку в галактическое ядро. Все уходит на переработку, закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо. Итак, все прошли проверку. Демон, ты больше в это биополе не придешь. Сегодня первое и последнее предупреждение. Если у тебя второй раз встреча в этом биополе, он обратится к нам, я тебя вытащу. Я достану шар энергии царя Соломона и накажу тебя ей. Если ты этого не хочешь, не приходи. Тебе это понятно? Ему понятно, но он показывает на тонкие копии. У него энергии бурлят. И какая они как кипят. Взаимосвязь какая? Что значит кипят у него энергия? По какой причине? Гармония. Между ними нет гармонии. Между тонкими телами нет гармонии? Да. Хорошо, сейчас каждая попробую. Сама по себе. Ладно, хорошо. Здесь мы от тебя больше уже не узнаем ничего, то, что нам нужно знать. Поэтому я тебя буду отпускать. Ты меня услышал. Я больше тебя не хочу видеть в этом биополе. Если ты не хочешь стоять в этой клетке тюрьмы. Все понятно? Да. Открывается портал внизу против часовой стрелки на чистоте демона. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяя. Потом. Ничего и не было. Хорошо. Так, дракон остается в клетке. Давай заправим Максима энергией. Ему еще раз покажу, как все это делается. Посмотри, сколько энергии нужно Максиму и какая частота вибрации. 340 и да. 24. На щитре макушку головы Максима начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 340% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать, мощность потока усиливается. Красный пошел, оранжевый пошел, желтый пошел, зеленый пошел, светло-голубой пошел, темно-синий пошел и фиолетовые цвета пошли. Частота вибрации поднимается до 24 Гц. Пошел подъем. Ему идет информация, что у него стоит Меркаба для защиты. И он всегда должен помнить об этом и своим намерением защищаться, выставлять ее. Готово. Изнутри. Безусловно, это очень важное замечание. Синхронизируются энергии и вибрации, гармонизируются, распределяются, усваиваются наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Максим. Вот это синхронизация и гармонизация и заправка энергии. Занимает пару минут. Как вы себя чувствуете сейчас? Полон энергии, но гармонизация трудно проходит. Надо пробовать. Представьте себе, что энергии просто концентрируются по чакрам. Сейчас они полностью у вас, сначала, когда вы заполняетесь, они все энергии вместе. И потом, соответственно, вы когда синхронизируете, гармонизируете, эти энергии формируются в более плотной форме в ваших энергетических центрах. Это и есть чакры. Цвета, называйте цвета, когда вы заправляетесь, представляете, как этот цвет идет. Посмотрите, где находятся чакры. Посмотрите, как выглядит Меркаба. Всю эту информацию, она есть и на YouTube, она... Вы от нас тоже ее получили. Вам надо просто действовать. Если вы ожидаете чуда, чуда не будет без вашей работы. За свою чистоту надо бороться каждый день.
вечером сбрасывать негатив, утром заправлять себя энергиями и активировать Меркабу своим намерением изнутри и представить себя защищенным в этой Меркабе. Вы все поняли? Понял. Отлично. Будем возвращать вас назад. И потом сразу перейдем к чистке вашей супруги. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Максима в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Что там? Заходит постепенно. Готово. Отлично. Отключаемся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.